На Башнефти цена на бензин самых популярных 92 и 95 марки выросли сразу на 60 копеек. Теперь за литр АИ-95 придется отдать 33 рубля 20 копеек. Такой же объем 92-го бензина обойдется автовладельцам в 29 рублей 60 копеек. Дизельное топливо теперь стоит 33 рубля 60 копеек. Ранее цены на бензин подняли на сети автозаправочных станций «Лукойл». Тут цены на бензин, как обычно, немного выше. 95-й стоит 34 рубля 10 копеек. 92-й 29,90. А вот дизельное топливо дешевле, чем у Башнефти, на 25 копеек. Не обошло стороной повышение цен и открытое акционерное общество «Интеграл». На их заправках литр 95-го стоит 33 рубля 10 копеек, 92-го 29,5. Дизельное топливо, так же, как и на Башнефти, 33 рубля 60 копеек.